Всем привет! Сегодня у нас первый раз на распаковке виниловая пластинка. Так, это реквизиты и визитка. Пластинка куплена на официальном сайте Дельфина. А вот сама пластинка. Куплена она в подарок, поэтому саму пластинку я распечатать не могу, но я попрошу человека, кому она предназначается, он нам ее снимет. Она должна быть очень красивая. Мы посмотрим. Так, чистый конвертик. В этом магазине я много дисков покупал. У меня есть обзоры на канале. Кому интересно, можете посмотреть. Диски Дельфина и кассеты я там покупал. Это электронный проект Дельфина. Называется «Механический пес». Альбом называется «Розовый». Точно такой же еще есть зеленый. Вот такая прикольная пластинка. Вот список песен. «Механический пес», «Розовый», 505-85-NM. Сама по себе она должна быть розовая. Купил я своему другу Даниле на день рождения. У него есть проигрыватель. Он, конечно, не какой-то винтажный, такой, скажем так, современный, новодельный. Но все равно звук там неплохой. Я его слышал. Играет он довольно прикольно. Ну, дизайн такой, скажем, минималистичный. Вот те самые кассеты, которые я покупал. То есть вот эта кассетка – это такой же альбом. И еще есть вот зеленый. Ну, вообще он называется «Температура горения бумаги». Я их тоже не распечатывал. Так, лежат в коллекции. Так что теперь у моего друга будет пластинка, которую он хотел. Ну, а мне будет приятно ему ее подарить.